Прибыла в Египет. Это северная часть Африки. Уже несколько дней совершаются евангелизационные служения среди детей, молодежи, даже и среди взрослых. Мы хотели засвидетельствовать о том, что Бог открыл двери для проповеди Евангелия и в этой стране. Служения, которые начались в этой стране, сопровождались определенными переживаниями. Подъехала полиция, где совершалось служение. Мы думали, что приехали нас арестовать. Но однако же Бог проявил чудо. Нас приехали охранять. И уже на протяжении всего времени, где бы мы ни были, нас сопровождают военные люди с оружием, двумя машинами. И днем, и ночью следят за нами. Но мы хотели бы подчеркнуть, что для нас охрана Божия важнее, чем люди. И сегодня мы радуемся и видим, что есть возможность для проповеди Евангелия в этой стране. وهم عزفوها لها بنفس الطريقة اللي كانوا بيعزفوا بيها عايز أقول لك يعني ما تتخيل في قلب الزهراء Thank the Lord for bringing me here and the Cairnia family ensemble to encourage the church and to stand by the church. So I call on you all to support our ministry.
in every way you can, so we can see the name of Jesus lifted up all over the Middle East, and we can see the gospel proclaimed to all those who live in the Middle East. Hello brother and sister, I like to praise God for our brother and sister's Kernev family came to help us in Egypt and serve God together. We are this week visit a lot of schools, a lot of church. We worship God, praise God together. So we like welcome by them again to my country, and we pray to still support us, pray for us, because in Egypt we have a lot of people. We need to your support, your prayer, your love. Thank you. God bless you. Мы находимся в северной части Ирака, среди иракских беженцев. В этом небольшом здании проживают 50 семей. Вот в таких комнатах живут семьи. Здесь указывают, что живут или спят на полу. Вот такой быт. Шукран, шукран. И мы христиане. И для нас очень высокое звание называть себя христианами. В Северном Ираке. Есть возможность открывается сегодня для проповеди Евангелия. И люди, находясь в таком состоянии, в таких условиях, они открыты для Евангелия, открыты для благой вести.
чтобы получить счастье. لحتى واحد вы должны любить Бога. لحتى واحد يحصل على الفرح لازم يكون عند الرب. Вы должны его знать. لازم تعرفه. Ваша жизнь. بحياتك.